«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Джаггернаут к вашим услугам. Конечно, хорошо. Чую, что эта миссия затянется еще дольше, чем предыдущая. Я жду вашего приказа. Опс. Схема строительства 721 запущена. Мы готовы. Храни нас, император. Чем вот этих ребят всегда строим. Храни нас, император. Попробуем прорвать оборону. Храни нас, император. Так сказать. Скоростанку. Мы готовы. Достроиться. Джаггернаут готов служить императору. Я здесь для того, чтобы служить. Как пожелаете. Да. Я, честно говоря, даже уже не знаю, что делать. В хорошем и плохом смысле. Джаггернаут к вашим услугам. Ожидаю приказаний. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. Обидно в том смысле, если я вдруг потеряю. Джаггернаут к вашим услугам. Скажем так, все свои войска. Ну ладно. Атакуем противника. В атаку. Так, ну реликтовую точку я захватил, кстати, они ее не отбивают, что самое интересное. Врача! Используем 23-е построение. Врача! Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут готов служить императору. Выдвигаемся. Смерть доставлена. Я готов. Бойтесь нашего гнева. Вперед к славе. Тяжелое вооружение к бою готово. Тяжелое вооружение к бою готово. Джаггернаут доставлен. Есть. Выдвигаемся. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут к вашим услугам. Выдвигаемся. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Странная хренотень тут у меня сейчас творится. Дяди! Джаггернаут к вашим услугам. К вашим услугам. Всяких. Приказ понять. Мы справимся, я знаю. Так, ну в этом случае главное не потерять танк. Выдвигаемся. Очистить. Изграть. Джаггернаут к вашим услугам. Есть.
Выдвигаемся! Броня полностью экипирована. Броня полностью экипирована. Ужас. Тяжелое вооружение к бою готово. На семерку, например. Используем 23-е построение. В вашем распоряжении группироваться. Наша вера поддерживает нас. Броня полностью экипирована. Направьте нас на врага. Точки сбора. Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут готов служить императору. Будет исполнено. Так, ну, надеюсь, убьем всех тварей. Мы выполняем его волю. Мир представлен. Точки сбора. Мы выполняем его волю. Мы выполняем его волю. Вера наш щит. Джаггернаут к вашим услугам. Приказ понят, брат. Есть. Будьте бдительны, братья. Приготовиться к атаке. Приказ принят. Выдвигаемся. Вперед к славе. Во славу империи! Джиггернаут доставлен. Джиггернаут готов служить императору. Смерть доставлена. Джиггернаут к вашим услугам. Джиггернаут готов служить императору. Так, ну вроде бы... Джиггернаут готов служить императору. Дух Лемона Расса с нами. В целом все очень даже неплохо. Противника. Ликовая точка захвачена. Атакуем противника. Это значит, что победа уже на шаг ближе. Атакуем противника. Приказ понят, брат. Есть. Бойтесь нашего гнева! Бойтесь нашего гнева! Приказ принят! Будьте бдительны, братья! Используем 23-е построение! Так, на всякий случай сразу загрузить войсками и загрузить здесь тоже. Все. Отличненько. Храни нас, император! Броня полностью экипирована. Дух Лемона Расса с нами. Броня полностью экипирована. Врача! Броня полностью экипирована. Броня полностью экипирована. Тяжелое вооружение к бою готово. Тяжелое вооружение к бою готово. Я думаю, опять шестерочку еще. Враги империи будут уничтожены. Покажем, что такое имперская страта. Джиггернаут доставлен. Так. Броня полностью экипирована. Дух Лемона Расса. Покажем, что такое интернет. Тяжелое вооружение к бою готово. Поднайтесь, кто может. Тяжелое вооружение к бою готово. Броня полностью экипирована. Броня полностью экипирована. Дяки! Тяжелое вооружение к бою готово. Мы
Мы попали под плотный огонь противника. Так, надо давать. Вооружение к бою готово. Вот разбить. Броня полностью экипирована. Да, сэр. Перегруппировывай, сэр. Броня полностью экипирована. Храни нас, император. Дух Лемона Расса с нами. Взять их! Броня полностью экипирована. Джаггернаут, к вашим услугам. Дух машины готов к испытанию. Как прикажете. Дух Лемона Расса с нами. Готов начать расследование. Наши мысли сходятся. Вера на щит. Задача получена. Дух Лемона Расса с нами. Дух Лемона Расса с нами. Тяжелое вооружение в бою готово. Броня полностью экипирована. Так, осталось захватить, по сути, эту еще одну дочь. Страх подвергает отлично. Дух Лемона Расса с нами. По крайней мере, я на это надеюсь. Надеюсь. Тяжелое вооружение к бою готово. Перегруппироваться. Дух Лемона Расса с нами. Ваше распоряжение. Так, это я все время бываю. Броня полностью экипирована. Дух Лемона Расса с нами. Тяжелое вооружение к бою готово. Так точно. Слушаюсь, сэр. Броня полностью экипирована. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Броня полностью экипирована. Под огнем! Тяжелое вооружение к бою готово. Сэр, закладываем. В атаку! Джаггернаут готов служить императору. Мы готовы. Мы готовы. Джаггернаут, к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. Мы их не удержим. Местность защищена. Так, все, да? Еще одна часть. Видите, что молчу, просто как-то очень сконцентрировался на всем происходящем, поэтому как-то не знаю как даже. Прикажете. Как прикажете. Тяжелое вооружение к бою готово. Мы справимся, я знаю. Приказ понятен. Так, пока будет все нормально проходит. Более менее, как говорится. Да, броня полностью экипирована. У меня сильно по-другому не бывает, у меня всегда так более менее нормально. Приказ понятен. В идеале можно было бы, конечно, уничтожить чертямую базу, но я думаю, что это бессмысленно. Оружие к бою готово! В атаку! Скорее, как говорится, всего бессмысленная трата времени. Приказ принят. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Вперед к славе! Во славу империи! Приказ понят, брат. Вперед к славе! Будьте бдительны, братья! Во славу империи!
Используем бомбы третье построение. Нам не остановить. Используем 23-е построение. Добьем к чертям эти пушки. Атакуем согласно приказу. Вас, ребятки. Оружие к бою готово. В атаку! Приказ принят. Есть! Главное отвлечь все это дело на танк. Не остановить! В атаку! Отлично. Теперь любым абсолютно отрядом. Берем ее. Задача получена. Джиггернаут готов служить императору. Тяжелое вооружение к бою готово. Дух Лемона Расса с нами. Так, пока захват проходит отлично. Ставим флаг. Дух Лемона Расса с нами. Мы надеемся на то, что все позиции будут удержаны. Броня полностью экипирована. Храни нас, император. Джаггернаут к вашим услугам. Броня полностью экипирована. Так, ну в целом вроде бы все окей. Танки разбирают даже не могут. А роботов, кстати, уже нету, так что все совсем просто стало. Так, ну я так понимаю, нам на центр надо все-таки выдвигаться потихоньку, да? Охраняем объект. Атакуем согласно приказу. Приказ принят. Приказ принят. Так, задача — уничтожить базу и захватить реликтовые точки. Приказ понят. Черт. Одна гребаная реликтовая точка не захвачена. Объявляем атаку. Ну и чё? Всё захватим. Атакуем согласно приказу. Есть! Враг атакует! Обнаружена стратегическая позиция. Да. Подождем! Тяжелое вооружение к бою готово. Враги империи будут уничтожены. Но... Джиггернаут доставлен. Захватить и укрепиться. Так, ну в целом. Тяжелое вооружение к бою готово. Все проходит. Есть. Отлично. Сэр, докладываем. Тяжелое вооружение к бою готово. Все, осталось захватить только вот эту точку. Захватим во имя императора! Тяжелое вооружение к бою готово. Слушаюсь, сэр. Слушаюсь, сэр.
так вот. В идеале был этот танк починить сейчас. Да, о великолепный. Броня полностью экипирована. Отлично, устанавливаем флаг. Так, как стали твари такое. Видимо, уничтожать базу мне все-таки придется. Но увидите, что, да, делают. Здесь захватили. И здесь захватили. А такая реликтовая точка захватывается долго, очень долго. Меня это бесит. Джиггернаут готов служить императору. Мы выполняем его волю. Джиггернаут готов служить императору. Покажем, что такое имперская страна. Так, давайте. Покажем. Да, что за имперская страна, что она может. Джиггернаут готов служить императору. Задание выполнено. Хорошо. Я тряхну их прах со своих ступней. Так. Наши мысли сходятся. В общем, они я меня достали. Их прах со своих ступней. Джиггернаут готов служить императору. Сюда. Выдвигаемся. Джиггернаут к вашим услугам. Тяжелое вооружение к бою готово. Мы попали под плотный огонь противника. Так, надеюсь, они их добьют. Атакуем согласно приказу. Отлично, часть пехоты идет в фоне, но может упасть. Подождем! Все-таки я, конечно, сильно надеюсь, что мне не придется уничтожать базу, потому что мне санитарно делать лейки. Быстрее все это дело закончить. Джиггернаут к вашим услугам. Дух Лемона Расса с нами. Задача получена. Ты ничто, Инквизиция, все. Тяжелое вооружение к бою готово. Дух Лемона Расса с нами. Нас не остановить. Приказ принят. Во славу Империи, врача! Так, хорошо. Ты ничто, Инквизиция, все! Джиггернаут готов служить Императору. Оружие к бою готово. Джиггернаут к вашим услугам. В атаку! Бойтесь нашего гнева! Жалко, танк на самом деле. Достань. Нас не остановить! Бойтесь нашего гнева! Вперед, славе! Так. Во славу Империи! Нас расстреливают! Нас расстреливают! Используем 23-е построение. Ну... Подождем! Атакуем согласно приказу. Есть! Есть! Вперед! Славе! Атакуем противника! В атаку! Вас понял. Крутимся. Нас не остановить. Так, еще один мой джиггернаут. Джиггернаут доставлен. Местность защищена.
Тут уж, как говорится, без потерь не обойтись. Джаггернаут готов служить императору. Дух машины готов к испытаниям. Джаггернаут, к вашим услугам. Тяжелое вооружение готово. Бойтесь нашего гнева. Так. Дух Лемона Раста с нами. Броня полностью экипирована. Эй, ребят, что-то как-то оборзели совсем. Мы попали под плотный огонь противника. Броня полностью экипирована. Боевой взвод, вода восстановлен. Тяжелое вооружение к бою готово. Боевой взвод, вода восстановлен. Будьте бдительны. Боевой взвод восстановлен. В вашем распоряжении. Тяжелое вооружение к бою готово. Нас не остановить. Тяжелое вооружение к бою готово. Так. Это совсем борзость, на мой взгляд. Броня полностью экипирована. Надо было раньше сказать. Броня полностью экипирована. Броня полностью экипирована. Тяжелое вооружение к бою готово. Броня полностью экипирована. Наша вера поддержана. И Лемона Раста с нами. Вера, блин, и опасно, это у нас. Ха-ха-ха. Лемона Раста с нами. Оружие к бою готово. Мы попали под плотное огонь противника. Дух Лемона Раста с нами. Так, ну вроде главное, что существует. Во славу империи! Броня полностью экипирована. Броня полностью экипирована. Дух Лемона Раста с нами. Дух Лемона Раста с нами. Броня полностью экипирована. Дух Лемона Раста с нами. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут готов служить императору. Ну. Смерть доставлена. Джаггернаут к вашим услугам. Боевой дух взвода восстановлен. Вера наш щит. Джаггернаут готов служить императору. Под огнем! Так. Дух Лемона Раса да, с нами, мой командир. Я надеюсь, да, что... Да, мой командир. Сэр, докладываем. Приказ понятен. Джаггернаут готов служить императору. Мы выполняем его волю. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Проходим уже, ё-моё, вперёд. Чё столпились-то, ё-моё? Наша вера пойдёт. Моё. Смерть доставлена. Джаггернаут к вашим услугам. Вот разбит. Будет уничтожен. Наша вера. Джаггернаут к вашим услугам. Пять взводу досталось. Смерть доставлена. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут к вашим услугам. Мы выполняем его волю. Да ё-моё, не то что этот грёбаный завод. Джаггернаут готов служить императору. Проблем. И ждёт аутодафа. Боевой дух взвода восстановлен. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору.
Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут к вашим услугам. Их ждет аутодафе. Обратно в бой. Под огнем. Как прикажете. Смерть отставлена. Простое задание. Да неужели, ёпарсоты, я это сделал. Да, всё. Я тряхну их прах со своих ступней. Может, спокойной душой идти и захватывать. Джаггернаут, к вашим услугам. Джаггернаут, к вашим услугам. Смерть оставлена. Джаггернаут, к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут готов служить императору. Ладно, нет, Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. Приготовиться к атаке. Оружие к бою готово. Отлично. Блин, как меня вот это вот задрало уже, а? Это миссия такая долгая, тягучая. Я вот ее не могу. Приготовиться к атаке! Да в первый раз. Вперед к славе! Хотя сама по себе миссия довольно веселая. Будьте бдительны, братья! Кстати, если косячит почти в самом начале. Джаггернаут готов служить императору. Какая жесть будет. Короче, если в самом начале пойти на одну из точек, то они начнут на вас слать очень-очень-очень много войск. Поэтому в начале советую обязательным образом просто захватывать первые вот эти четыре точки, какое-то время развиваться и только потом наступать. Потому что если вы этого не сделаете, блин, ну, в общем, там будет очень больно. Хотя я могу ошибаться и просто играть как нуб. Так что... Да. Как-то так. Броня полностью экипирована. Дух Лемона Расса с нами. Чё там, захватили точку? Слава тебе, Господи. Охраняем объект. Так точно. Реликтовые точки принадлежат нам, но битва еще не закончилась. Мы должны дать Инквизитору время для того, чтобы он уничтожил чары чернокнижника Хаоса. Смерть еретикам! Их приговор уже вынесен. Готов начать расследование. Так, ну, Джаггернаут готов служить императору. Простейший способ приближаюсь к цели. Просто поставить танки. Броня полностью экипирована. Бойтесь нашего гнева. Дух Лемона Расса с нами. Слушаюсь, сэр. Храни нас, император. Броня полностью экипирована. На центре как бы у меня есть танк. Тяжелое вооружение к бою готово. Хотя мне, по-моему, кажется, что там они, по-моему, кого-то призовут. Броня полностью экипирована. Огонь! Выдвигаемся. Так точно. Уже в пути. Выдвигаемся. Чутка отгоним танк. Второй, третий. Огонь! Как они подлетели, да? Да.
Нафиг послан. Огонь! Так точно! Пам-пам-пам, давай. Я убью этих гребаных сектантов. Как видите, у них теперь нет здоровья. Джаггернаут, к вашим услугам. То есть как бы вроде бы сектанты здесь, но на самом деле его нет. Подождем, пока в последнего попадет снаряд. Все, сейчас, сейчас. Направьте нас на врага. У него осталось 6 хп. У него осталось 0 хп. Тяжелое вооружение к бою готово. Отменить подготовку. И на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Дезертир. Предоставляю вам заставку. Сендри! Лорд Бал! Ритуал не смог разрушить печать, которая запечатала камень. Но вообще-то я предчувствовал, что так и будет. Можно сказать, я даже надеялся на это. Нам нужна еще более крупная жертва. Время пришло! Уходим! Да как ты смеешь, чернокнижник? Мой господин, не следовало забывать, что сила всегда нуждается в жертве. Спасибо за вашу. Сын! И вот он, как я и обещал, он твой. Бери же! Изидор, мой друг.